بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وأشرفنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأنا أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Дорогие братья, я сегодня хотел бы поговорить насчет родственных узел, родственных связей. Что же говорит Пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, насчет этого? Хадисы, которые передает Бухари и Муслим, говорит: от Абу Хурайра радиаллаху тааля анху قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Наш любимый Пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, говорит: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. Кто бы из вас уверовал Всевышнего Аллаха и также уверовал в Судный день, пускай этот человек возвеличит своего гостя. Это и есть признак, что мы уверовали в Всевышнего Аллаха и уверовали в Судный день. Альхамдулиллах, в Дагестане насчет этого у нас проблемы нету. Мы гостей любим и уважаем и возвеличиваем по сравнению с другими государствами. Также Пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит: «Ва ман кана юмину биллахи валь йаумиль ахир, фаль ясиль рахимах». Кто бы из вас уверовал Всевышнего Аллаха и также уверовал в Судный день, пускай этот человек связывает родственные узы. Это тоже является, дорогие братья, из признаков имана, что человек связывает родственные узы. То есть идет, ходит, делает зияраты, если между ними какие-то проблемы, решает эти проблемы, помогает физически, морально, финансово, разницы нету. Также Пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит: «Ва ман кана юмину биллахи валь йаумиль ахир, фальякуль хайран ау лиясмут». Также, кто уверовал в Всевышнего Аллаха и уверовал в Судный день, пускай этот человек скажет хорошее, доброе, красивое слово, ау лиясмут. Или пускай, если он не может говорить хорошее слово, у него нет такой привычки, пускай молчит. Самый главный орган на нашей теле, который самый больше нам вреда приносит, это наш язык. Пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, один раз держит свой язык и говорит сподвижнику: «Куффа алейка хаза». Держи вот это свой язык, придерживай этот язык. И тот сподвижник удивленно говорит: «Разве мы впадаем в ад за наш орган, которым мы разговариваем?» Пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, говорит: «Разве люди будут падать в ад, как кроме того, что собрал он их языки?» Даже все наши тела, которые находятся в нашем теле, просят каждый день у языка: «О язык, заткнись, замолчи, из-за тебя мы попадаем в ад». Поэтому мы должны, дорогие братья, придерживать свой язык. Даже некоторые сподвижники ставили в рот камушки, чтобы лишний раз не разговаривать. Если была такая нужда, чтобы разговаривать, он вытаскивал его, разговаривал и обратно клал в рот. Вот так они остерегали свой язык. Также Абу Яля рассказывает, что один человек из племени Хаф'ам приходит к Пророку, саллиллаху алейхи ва саллям, когда наш Пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, сидел в кругу своих сподвижников. И он ему говорит: «Это ты разве, который говоришь, что ты пророк?» Пророк говорит: «Да, это я. Я говорю, что я пророк». Тогда я ему сказал: «Айюль амаль ахаббу иля Аллах». Какие же из наших деяний, которые Всевышний Аллах больше всего любит? Если ты пророк, скажи мне, какие деяния Всевышний Аллах любит самые больше? Пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, отвечает: «Аль иману биллах». Уверовать Всевышнего Аллаха. Первый шаг – это надо нам уверовать Всевышнего Аллаха. Тот человек еще говорит: «А после имана, как мы уверуем во Всевышнего Аллаха, что хорошее деяние?» Следующее. Пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, говорит: «Силатур рахим». Связать родственные узы. Потом тот же человек спрашивает у Пророка, саллиллаху алейхи ва саллям: «А какие самые плохие деяния, которые Всевышний Аллах гневается над этим человеком?» Тогда Пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, сказал: «Аш-ширку биллах». Создавать для Всевышнего Аллаха сотоварища, поклоняться не Аллаху, другому созданному. Это самое то, что злит Всевышнего Аллаха, гневается Аллах над этим.
Потом тот человек спрашивает, а после ширка что? Пророк, саллаллаху отвечает, «Кати'атур рахим» – отрезать родственные узы. А потом, после этого, что о Расуле Аллах, тот человек спрашивает, пророк ему отвечает, «Таркуль амру биль ма'руф ва нахью аниль муркан» – оставлять повеление хорошим и оставлять порицать плохое. К сожалению, дорогие братья, ахир замане мы видим, как мы очень легко отрезаем родственные узы из-за каких-то очень маленьких, ничтожных причин. Например, два брата живут рядом, брата корова заходит в огород другого брата, та жена ругается на корову, потом его жена на нее, потом брат и брат между собой не разговаривают. Также причина бывает дети, которые еще 5-6-летние, маленькие, не понимают, что хорошее, что плохое, подерутся они, как обычно. Из-за этой маленькой драки родственники друг с другом не разговаривают. И вот, вот таких мелочей они теряют родственные узы. И также, как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, третий уровень поставил, уровень, который мы оставляем очень, даже не придаем значения этому, тарку амру биль ма'руф, повелевать хорошим, даже своим детям, своим родным, близким, соседям, мы амру биль ма'руф не делаем. Главное, моя хата с краю, меня не трогайте. Нельзя сказать, сынок, пошли со мной в мечеть, взять его за руки. Соседу сказать, у меня машина есть, я в мечеть иду, ты идешь со мной? У сегодня ночью есть урок хороший, приходите, пожалуйста, в мечеть. Вот этим амру биль ма'руф сказать. Если даже мы увидим что-то какое-то-нибудь порицаемое, плохое, сказать, дорогой брат, это риба, это не делай, вот это харам, это не продавай. Вот эти слова плохие, скверные, не говори. Вот это тоже, дорогие братья, мы все оставили его. Все, можно сказать, оставили. В другом хадисе, который передает Абарани, говорит, от Аби Заррин, рассказывает этот хадис, он говорит, «Аусани халили Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям бихисалин миналь хайр». Мой любимый пророк мне сделал васият хорошими деяниями. Что же эти васияты были нашего пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, своему сподвижнику Абу Зар? Он говорит, «Аусани алла андура иля ман хуа фауки». Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, мне вот сделал васият, чтобы я не смотрел на того человека, который находится выше меня. То есть, богаче его, лучше него, имеется в виду, мирском, не в ибадате, мирском. Он когда на него смотрит, он что делает? Так, у меня нет машины, а у соседа есть, мне надо догнать его. И начинает он оставлять ибадат, и начинает догонять его в этом мирском. Поэтому, дорогие братья, мы никогда, нам нельзя смотреть, кто выше нас. Также пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, делает, «Анандула ляман хуа дуни» – смотри, говорит, кто ниже тебя. Сколько бедняков, у которых нету в день кушать еды? Сколько у нас здесь бедняков, у которых нету на них нормальной одежды? Мы на них не смотрим. Когда мы их видим, делаем вид, как будто их не видим, и проходим мимо. А пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сделал, «Смотри на тех, кто ниже тебя, чтобы ты больше делал хвалу Всевышнему Аллаху». Также пророк мне, говорит, сделал васият, чтобы я любил бедных людей и чтобы я приближался к этим бедным людям. Даже пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, делал дуа, «Аллахумма ахини мискина ва амитни мискина». «О Аллах, оживи меня бедным и умертви меня бедным». Также этому бедностью мы приведем пример, как у одного богатого человека, два ученика было у него, один богатый отец, а у другого отец бедный. И тому бедняку учитель всегда давал хлеб и соль кушать. А богатому постоянно масло, хлеб, туда-сюда, сыр. И при конце, когда они уже выпускниками становятся, они должны были что делать? Перечитать, что они покушали за целый месяц, за год. И их ставит этот учитель на печку. И на печке, печка тоже чуть-чуть теплая, и начинают они перечитывать, что они за целый год кушали. Этот бедный встал на печку, быстро сказал, хлеб, соль, и вышел вниз. Ничего у него не сгорело. А этот богатый
хлеб, масло, туда-сюда. И все, пока он перечитывает все эти свои нематы, которые он за целый год кушал, с одной ноги на другую он прыгает, с другой ноги на другую прыгает. И вот так ему очень трудно было отвечать все, что он кушал за целый год. И вот так же, дорогие братья, судный день, если даже это то, что мы кушали на этом свете, будет халалом, дозволенным, мы должны за каждый немат отвечать перед Аллахом. А когда у нас много имущества, нам надо за каждую вещь отвечать. И поэтому у нас отчет, учет, тама будет длиться долго. А бедняки взойдут в рай перед богачами за 500 лет. У них же не было отвечать за что. За 500 лет они раньше войдут перед богатым. Также пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, Абу Дзарру делает васия. «Ан асила рахими ва ин адбарат». Чтобы я связал родственные узы, если даже они мне показывают спину, они убегают от меня, не хотят со мной родственные связи сделать. Все равно пророк саллаллаху алейхи ва саллям сделал васият, беги за ними, свяжи их родственные связи, не оставляй их. Ва аусани алла ахафам филлахи лаумат лаим. Также из васиятов пророка саллаллаху алейхи ва саллям было, чтобы я не боялся упреков ради Аллаха ни в чем. То есть я все делал ради Аллаха и не боялся, кто-то меня упрекнет сейчас. От этих упреков тоже не надо бояться. «Ва аусани ана кула л-хакка, ва лау кана аля навси, ва ин кана мурра». Также пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, ему васият делает, чтобы он говорил всегда истину, какая бы она горькая ни была. Всегда истина спасает, дорогие братья. Если даже сегодня мы какой-то ложь сделаем, солжем, и выйдем из положения, но все равно эта ложь у нее очень короткие ноги. Она быстро выявляется, выплавляется на улицу, и концовка у нее очень плохая бывает. А истина, если хотя в начале она горькая, конец у нее, альхамдулля, бывает хороший. Также пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, Абу Дзарру делает васия, «Ан уксира мин ла хаула ва ла кувата илля билля». Чтобы я очень много говорил вот эти слова. «Ла хаула ва ла кувата илля билля». Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, «Фа иннаха канзу мин кунузил джанна». Поистине вот это слово «Ла хаула ва ла кувата илля билля» — это клад из кладов рая. Клад. В другом хадисе, который передает Бухари и Муслим, говорится, что жена нашего пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, Маймуна, отпустила рабыню на свободу. И когда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, к ней заходит, она говорит, «Ты что, ничего не заметил в доме? Я, говорит, свою рабыню отпустила». Освободила от рабства рабыню. О, какое большое вознаграждение за это. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, ей говорит, если бы ты эту свою рабыню дала бы своим сестрам, своим теткам, это, говорит, тебе лучше было бы, чем ее освобождать. Почему? Потому что здесь имеется в виду, она может этим усилить родственные связи, родственные узы. Когда наш родственник дает садака, дает милостыню, дает закат или какие-то помогает своим родственникам, это получается как? Как будто он дал и садака, и усилил родственные связи. То есть он получает всегда двойное вознаграждение. Двойное вознаграждение. Табарани и Хаким рассказывает от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, хадис. Салафун ман кунна фихи хасабаху Аллаху хисаба ясира. Три вещи, если в нас будет, Всевышний Аллах в судный день нам отчет делает легким, облегченным. Что же, какие же качества, дорогие братья, должны в нас быть, чтобы нам Всевышний Аллах сделал хисаб, отчет легким? И Всевышний Аллах этого человека введет в рай своей милостью. И тогда сподвижники говорят, «Вама хия я Расул Аллах». И что же эти за сифаты, характеры, которые Всевышний Аллах облегчает его отчет и ведет его в рай? Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, отвечает, «Ту'ти ман харамак». Ты должен давать тому, который тебе не дал. Кто-то раздавал там мясо или что-то, хлеб, тебе не дал и ушел. Ты догоняешь его, какой-то нет, и ему даешь. Именно тому человеку, который тебе не дал. Мы всегда обиду держим. А, помнишь, ты мне тот день не дал, я тоже тебе не дам. Так не должно быть. Надо давать тому человеку, который тебе не дал. Этот сифат этого человека, иншаллах, делает судный день, его отчет легким. Второй. Ватасилу ман катаак. Ты должен связать родственные узы с тем, который с тобой он эти родственные узы отрезал.
Иногда бывает, ссорятся родные, близкие, и говорят, ты мне больше не брат, ты мне больше не сестра, но все равно он за ним бегает, просит у него прощения, если даже он сам прав, просит у того прощения. Главное, чтобы вот эти родственные узы не отрезались. وَتَعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ. Также ты должен делать, прощать того человека, который тебе сделал зулму. Разница нет, телесный зулм он тебе сделал, моральный, физический, разницы нет. فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ تَدْخُلُ الْجَنَّةِ. Когда ты вот эти три сифата сделаешь, пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит, ты войдешь в рай. В другом хадисе, который передает Бухари, говорит, لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِي. Не является тот человек, который взамен что-то делает. Родственник тебе помог, ты тоже взаимно помогаешь ему. Этот человек не является, который усиливает, сближает родственные узы. А кто же является тем, которым сближает родственные узы? وَلَكِنَّ الْوَاصِلَ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحِمَهُ وَصَلَهَا. Человеком, который связывает родственные узы, является тот, который связывает эти родственные узы, когда с тобой не разговаривают, тебя оставляют, тебя человеком не считают. Вот в этом положении, если ты вот эти родственные узы свяжешь, вот этот человек и является аль-василем, говорит наш пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. В другом хадисе, который передает Бухари, говорит, «Ман ахабба ан юбсата лаху фи ризкихи, ва юнсаа лаху фи асарихи, фальясил рахимах». Кто бы из вас хочет, чтобы у него было ризки большой, вася, широким, много ризки, если вы хотите, и чтобы ваша смерть, ваш аджал, ваш умру был длинным, пускай этот человек связывает родственные узы. И за одного выстрела мы получаем два зайца. Связываем родственные узы, у нас Всевышний Аллах дает ризки, очень много, и дает также жизнь, удлиняет нашу жизнь. Также было сказано, что Малакуль Маут, ангел смерти, рассказал Дауду, алейхиссалям, что у одного фулан человека заберет душу через 6 дней. После некоторого времени Дауд, алейхиссалям, видит этого человека еще живым. Тогда он его спрашивает, почему ты его не забрал? Ты же не сказал, что заберешь душу через 6 дней, а он еще живой. Тогда этот Израиль, ангел, говорит, «Иннаху ламма харджа мин андика, васала рахиман, кад кана катааха, фамадда Аллаху фи умрихи 20 санатан ухра». Когда он вышел возле тебя на улицу, он говорит, связал родственные узы, которые он раньше отрезывал, и Всевышний Аллах удлинил ему жизнь еще 20 лет. Из-за одного хорошего деяния Всевышний Аллах ему удлинил жизнь еще 20 лет. Пускай Всевышний Аллах, дорогие братья, не пустит шайтан, чтобы отрезать эти наши родственные узы. Пускай Всевышний Аллах отдалит этого шайтана и все, которое ведет к этому шайтану. Пускай Всевышний Аллах нас сделает из тех людей, которые слышат все хорошее и следуют за ним и отдаляться от всего плохого.